35-й. Сегодня. Приехав на конечную остановку, водитель, решил попить кофе, собирался выйти из автобуса. В это время подъехала, сзади его микроавтобуса, подъехала машина Deolana зеленого цвета, которая подперла его, из нее вышли 4 человека, представились сотрудниками безопасности Евротехтранссервиса и, не говоря ни слова, ни полслова, начали избивать нашего водителя. После этого они вышли, сели в свою машину, подъехали к диспетчеру и точно так же озвучили ему, что так будет с каждым, то есть будут избивать каждого водителя, кто будет мешать якобы им работать. Нельзя на сегодня нарисовать любую циферку и поехать по маршруту. А у нас в Николаеве можно. Если сегодня нам не помогут и завтра эти машины не остановят, вот, я думаю, что есть прекрасная идея. Сегодня собралось 400 машин. Я думаю, мы можем завтра вместо того, чтобы устраивать здесь какие-то кровавые побоища в Николаеве, собраться 1500 машин. Это и выехать на Киев к президенту. Есть протест прокуратуры. И у людей возникает совершенно нормальный вопрос. Куда смотрит наш мэр? Если его запугали, пусть обращается. Ну да. Пусть обращается в органы, что на него давят, что его пугают. Понимаете? А рассказывать о честной конкуренции сегодня, что мы пережили 90-е годы, мы больше 10 лет на рынке, и рассказывать, что мы боимся честной конкуренции... Для того, чтобы вопросы решались, нам нужен диалог. И не прятаться за углами, а садиться за стол переговоров, решать вопросы нормальным, цивилизованным, законным путем. И тогда люди будут, не будут в неведении и не будут выходить под горосполком с непониманием ситуации, что будет завтра с ними и с их семьями. Протест будет вынесен на сессию. Мы, как фракция партии района, будем голосовать за законность этого решения. То есть мы протест поддержим. Да. Абсолютно верно. Что вы, меняется ли политика покупки, то есть сегодня взяли кредиты? Не в пользу конкретного руководителя, в пользу водителей. Сегодня, коль так уж произошло, маршрут 98-й, 83-й будет снят. Они более-менее накатаны. В соответствии с законом я буду настаивать на том, чтобы эти маршруты были включены в маршруты обычных автобусов. Все то, что касается маршрута, который более-менее накатан, он будет представлен в соответствии с законом, будет разработана карта маршрутная, будут определены сегодня маршруты его движения, в том числе графики движений.